Авторы идеи Оливье Жан-Мари и Шарль Вассель. Композитор Винсен Арто. Продюсер Марк Дюпон-Тавис. Режиссер Шарль Вассель. Начало времен. Колесо фортуны. Как, говоришь, это называется? Это галстук. С ним любой мужчина кажется культурным и образованным. Шеф Марк остался так доволен моим последним отчетом, что решил дать мне премию. Поздравляю тебя, Флэш! Это так круто! О, спасибо тебе! Так мне надо позвонить, нельзя заставлять шефа ждать. До встречи, Флэш! Пока! О, к тебе, Марк! Мне только ничего не говори, сначала я тебя поблагодарю. Это настоящая честь! Я же сказал, что он купится на шутку про премию. Так что теперь с тебя обеда на целую неделю. Что? То есть я ничего не получу за мои чудесные отчеты? Конечно, нет! Не отчеты, а чушь! Ну, правда, Флэш. Щетка для мытья посуды, мухобойка, чесалка для спины. Ронки еще в сотнях световых лет от таких значительных открытий. Взять хотя бы колесо. Почему ронки его еще не изобрели? Конечно же, ронки уже изобрели колесо. И постоянно пользуются им каждый день. Даже сейчас, пока мы говорим. В таком случае подтверди свой отчет к концу дня, ведь иначе ты будешь отставать от расписания. Спорим, что Флэш опять завалит отчет? Давай, Ог. Ог. Как я мог забыть про колесо, а теперь у меня всего день, чтобы показать его ронкам. Нет, я не могу расстаться со своими друзьями. Ни за что. А, Уолтер, ты как раз вовремя. Давай помогу. Я сейчас буду катиться, как колесо. Ладно, пока я занят. Давай, толкай. Ты сам просил. Слушай, а знаешь, ты ведь прав, так проще. Где он? Тебе когда-нибудь говорили, что колесо из тебя ужасное? Конечно, я просто пытался тебе объяснить. Я все поняла. И согласна попробовать. Надоело таскать эту огромную бочку с молоком. О, ты хочешь опробовать колесо? Мила, ты всегда была моей самой лучшей ученицей. О, а ты самый лучший агент, если верить твоему боссу. Идем, нет времени болтать. Будем кататься с ветерком. Эй, а мне-то что делать? Я должен тащить его в одиночку? Дорогие ронки, позвольте представить вам изобретение, которое навсегда изменит ход истории. Прошу, это называется колесо. Колесо значительно ускорит передвижение. Вы сможете кататься из одного места в другое. Вы разве видели животных, которые катаются? Нет, они ползают, летают, бегают, но только не катаются. И если бы природа хотела, чтобы мы катались, у нас были бы колеса вместо ног. О, нет, неправда. Люди могут изобрести то, что не смогла создать природа. Великие вещи. Но и как же эта круглая штуковина действует? Я сейчас покажу. Ну, давай. С колесом можно перекатывать все, что угодно. У него минимальный контакт с поверхностью, и поэтому сдвинуть его легче, чем предмет любой другой формы. Боже мой! О,
Я же вам говорил, это изобретение злое и опасно. Голубой пудинг только что это доказал. Колесо никогда не будет существовать среди людей. Марманьон прав. Ронки, никогда не смейте трогать колесо. Я все сказала. Не переживай, Флэш. Ты наверняка придумаешь, как разубедить маму. О, надо просто показать полезность колеса. Например, сделай что-нибудь крутое с колесом. Только, чтобы на этот раз никто не пострадал. Посмотрим. Стой! Вот это! Циклометрический велосишифтер. Мила, я назову наше изобретение двуколёска. Ух ты! Во-первых, две маленькие детали. Ты не будешь кататься без шлема, а во-вторых, учитывая гравитацию вашей планеты... Вуаля! Ха-ха-ха! Получается! Ха-ха-ха! Мама точно не сможет запретить двухколёски! Ха-ха-ха! Ю-ху! Они используют запретную вещь! Запретную! 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 Она запрещена! Марманьон, береги! Голубой человек, ты разочаровал меня! Ты не сдержал слова! Тебе больше не место среди ронков! Ну, а ты, Мила, будешь сидеть в своей пещере, пока мама не разрешит выйти. Флэш, ты меня подвел. А значит, мне ничего не остается. Придется немедленно тебя заменить. Привет, турист! Приветик, Флэш. А я тут решил тебя развеселить. Валя! Мила! Пусть тебя и прогнали из деревни. Мы будем тебя навещать, где бы ты ни был. Ха, да они ничего не понимают. Ты же самый лучший. Даже премию выиграл. Да. Нет, никакой премии. И никогда не было. Меня просто разыграли, вот и все. Я не смог объяснить полезность колеса, и теперь меня забирают с земли. Кого-то уже послали мне на замену. Почему ты нам ничего не сказал? Я бы помог с твоим несчастным колесом. Мы же друзья, должны друг другу помогать. Так, время еще есть. Давайте покажем, на что способны друзья, когда собираются вместе. Ух ты! Ха! Супер, дядя Олдер! Ты правда как огромный свирепый медведь! Флэш, прячься рядом с деревней! Защитит нас от ужасного хищника! А ну назад, пиковое чудище, назад! Оставь деревню в покое, пока Флэш ужас на колесах не преподал тебе урок! Медведь! Медведь! Спасайся, кто может! Скорее! Все в пещеру дяди Уолта! А ну, вон отсюда, косолапый уволень! Эй, ты, комок шерсти! Берегись! Он спас наших детей! Ура! Ну, может, я и зря судила твое изобретение.
Мистер Флэш, твое изобретение будет полезно Ронкам. Мы оставим его и оставим тебя. Возвращайся. Колесо! Босс, мы даже пользуемся циклометрическим велосишифтером. Тогда срочно присылайте агента Роба обратно. Теперь он должен 2 недели кормить меня обедом. Ты молодец, Флэш. Серьезно? Нет, шучу, конечно. Журнал Флэша, запись 415-я. После первой неудачи колесо все-таки прочно вошло в обиход Ронков. Ты молодец, Флэш. Серьезно? Я в тебе никогда не сомневалась. А твой дядя Уолтер, похоже, завел нового друга. Говорю же, я не медведица!